Ребят, всем привет, с вами Дукит, канал World of Games. И, как вы знаете, вышла новая игра Destiny 2. Ну, столкнулись с такой проблемой тех, кто стримит, то, что мы не можем ее запустить на BS, потому что у нас показывает черный экран. Как разработчики пишут, она как бы якобы не поддерживает сторонних приложений, и, короче, такая беда. Ну, рекомендуют запускать через NVIDIA Experience, либо через AMD Live, да? Ну, дело в том, что чтобы запускать через Experience NVIDIA, вам нужно, чтобы у вас GeForce карта, видеокарта была. И я вам хочу сразу сказать, что если слабое железо, то не факт, что оно вообще запустится и будет у вас работать. Вот, а если взять AMD Live, то, скорее всего, там AMD-шняя видеокарта должна быть. Ну, я не знаю, не пробовал, честно. Ну, я вам покажу на своем примере, как сделал я, потому что я очень много времени потратил на поиск этой проблемы, так как я не знал, как это сделать. И чтобы вам это не тратить, я вам, короче, покажу. Смотрите, заходим в OBS. Это работает, еще хочу сказать, что не знаю, как на OBS Classic, я именно покажу по OBS Studio. Еще один моментик, у меня два монитора, поэтому как с одним монитором делать, опять же, это вот вопросик. Потому что я не пробовал. Так, ну что ж, продолжим. Захват, делаем захват экрана. Захват экрана делаем... Ставим основной экран, это у меня 1600 на 900. Вот, нажимаем ОК. Дальше что, ребят? Захват экрана у нас есть. Переходим в саму игру, ребят. Переходим, запускаем саму игру. И сейчас я вам покажу, что это работает, что это не обман, и что я вам не снял какой-то левый ролик. Вот. Короче, сейчас она запустится. Я вам покажу еще один моментик, очень важно, что мы должны сделать после того, как мы установили захват экрана, поставили основной монитор, на котором вы будете запускать эту игру. И переходим мы, ребят, в саму игру. Переходим, вот видите, она запустилась, то есть это не лажа, что она реально работает. Так, ну что ж, ребят. Так. Сейчас мы перейдем. И вот смотрите, мы сейчас перешли. Перешли мы сейчас в настройки. Нажимаем Escape, ну, заходим в настройки. И, ребят, заходим в графику. Здесь обязательно ставим не в окне, не во весь экран, не окно без рамки. Оставим окно во весь экран, ребят. Ставим окно во весь экран. Разрешение. И после этого она как бы все запускается. То есть мы подтвердили, выходим, и все, ребят, это работает. То есть можете стрим делать. Не совсем, конечно, это удобно, но опять же хочу сказать, что возможно столкнуться те, у кого один монитор, может быть, сейчас дополнительные проблемы. Ну, у меня два, я вот как-то мне проще. И насчет эксплита, ребят, я не знаю, но я думаю, вы можете сделать также таким же подобным макаром на эксплите, ребят. Ну, кому это помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!